Новости с пометкой «Интересно, оперативно, важно». Мы продолжаем держать вас в курсе событий в прямом эфире на Лайфе. МВД закрыло дело на бриллиантовых мальчиков. Это тот самый, который устроил ДТП на Феррари в Москве. Студент ГИМО Томас Левиев выполнял пострадавшим материальную компенсацию и принес свои извинения. Напомню, что нарушитель влетел в два автомобиля на Крымском мосту. В центре столицы это было. Причем он находился за рулем спорткара без прав. В результате резонансной аварии пострадали два человека. Самые серьезные травмы получил гражданин Франции Питерс Филипп. Он находился на пассажирском сиденье Форда в тот момент. И его адвокаты первыми принесли заявление следователю. В нем их клиент полностью отказывается от претензий к Томасу Левиеву. И вот уже Ильдар Хамитов, это водитель Форда, он сдался через несколько месяцев. Также согласился с примирением в досудебном порядке, получив миллионные отступные.